Так, сегодня у нас в обзоре будут разноплановые ткани из новой поставки. Здесь у нас и шитье, и различные вискозные плательно-блузочные ткани с рисунком, и однотонные. Вот, по каждому сейчас расскажем. Начнем с шитья. Такой это хлопок с небольшим добавлением полиамида. У него ширина 130 в рулоне, плотность 160 грамм. Идет вот такой фестон с двух сторон. Очень красивый, аккуратный, деликатный. То есть, в принципе, его можно пустить по низу изделия или какой-то валан красивый. Вот. Это вот вторая сторона. Достаточно вот здесь вот такой крупный цветок получается. И есть чуть поменьше. Сам по себе фестон по ширине, по самой большой части, ну где-то 30 сантиметров идет. И вот такие вот небольшие цветочки по полотну идут. Цвет здесь не кипельно-белый, такой молочный слегка. Хлопок тонкий идет. Здесь, в принципе, сминаемость достаточно высокая. Но утюжится неплохо ткань. Не тянется. Подойдет и на платье, и на блузочки, на какие-то интересные летние варианты. Вот. Ткань такая тоненькая, здесь сборочка может быть мелкая, очень хорошая пышная сборка может получиться. Второй вариант — это у нас вискоза плательно-блузочная. Такой рисунок у нас, это тоже коллекция. Идет. Вон тоже Дольче Габбана идет у нас этот вот рисунок. Такие разнонаправленности полос, которые, ну, такой по стилю пэтчворка сделаны, как будто из разных кусочков ткани сшито полотно. Это стопроцентная вискоза. Она мнется не сильно, несмотря на то, что достаточно тонкая. 126 грамм у нас идет плотность полотна, 150 сантиметров ширина в рулоне идет. Ткань не тянется, хорошо струится, такая прохладная вискоза на лето очень подойдет. На платье, на блузки. И наизнанку покажу. Еще одна вискозная ткань. Вот с таким бордюром. Он идет бордюр по одной стороне. Так, две кромки выглядят. Вот, то есть такой бордюр в пол можно вот на платье или на блузке сделать, да. Или тонкие брючки даже сделать такого плана. Здесь вискоза атласная у нас идет. То есть лицо атласное, изнанка матовая. Прекрасно струящаяся ткань, скользящая. Вот. Так, полосы, в принципе, достаточно крупные, по 3 сантиметра примерно. Вот, рисунок тоже частый, такой в районе 3-4 сантиметров идет. И здесь вот эти вот полосы тоже по 5 сантиметров.
Очень приятная ткань. Прям на шелк похоже. Вот такая прохладная вискоза будет. Ширина 130 сантиметров у ткани. 98 грамм плотность. То есть она слегка светит. Но к телу нормально будет. Можно без подклада использовать. Браслет чуть-чуть светит. Креплательность слегка просвечивает. Вот можно даже видеть, да, рисунок следующей ткани. Ну, в принципе, если на платье брать, то можно на подклад посадить, и будет этого достаточно, чтобы снять прозрачность. Вот такой цвет. Такой персиково-розовый. На ткани креповая фактура. Это у нас вискоза стопроцентная. На ней тянется. Осыпаемость невысокая. Крученые нити. Вот за счет крученых нитей такая небольшая эластичность у ткани присутствует. В поперечном направлении ткань хорошо драпируется, вот она практически не мнется вообще. Сминаемость, ну, очень крайне низкая за счет упругих нитей тоже. Это у нас из коллекции Missoni идет креп. Ширина 145, 205 грамм, плотность. Еще одна вискозная ткань. Это у нас коллекция Этра. Такой приятный штапель. Очень интересный рисунок. Такая расцветка, точнее, тоже такая летняя. Насыщенные здесь сиренево-лиловые оттенки. Это стопроцентная вискоза. Ткань не тянется. Подойдет на платье и на блузке. Вот такой классический штапель. Параметры. Ширина 150-132 грамма. Плотность. Прекрасно струится. Очень легкая ткань. На лето такая прохладная. Сминаемость невысокая у ткани. Легко отпаривается. Ну, рисунок достаточно крупный. Еще одна однотонная ткань. Но у нас только вот была принята, мы до этого показывали смесовый шелк с ацетатом из такой серии, тоже креповый шелк. Есть такой интересный малиновый цвет у ткани, оттенок сложный, сложно передается. Здесь такой холодный цвет, на видео показывается теплым, конечно, холоднее идет. Ткань хорошо драпируется, струится, очень легенькая. К телу не светит. Может быть, так вот слегка на просвет. Фактура креповая идет. Здесь шелка 69%. Ширина 130 ткани. 62 грамма идет плотность. Но за счет креповых крученых тканей тоже небольшая такая эластичность есть. И параметры с артикулом. И еще одна блузочная ткань. Тоже мы ее не успели со всеми однотонными принять. Серая ткань, атласная. Это шелк с ацетатом. Тоже смесовый шелк. Достаточно хорошая плотность, не просвечивает ткань. Одна сторона атласная, другая матовая.
очень приятная на ощупь, такой серый графитовый цвет, холодный оттенок идет, немножко в синий такой уходит. Сейчас передается, в принципе, практически точно, ну еще даже похолоднее немножко. Здесь ширина 140 сантиметров в рулоне, 88 грамм плотность у нее. Подойдет на блузки, на платье. На платье можно даже без подклада. Сминаемость средняя у нее. Хорошо драпируется, она такая в меру тонкая. Параметры тоже из коллекции Max Mara идет, однотонный смесовый шелк.